несчастный случай. Смертельный случай. Я понимаю. Понимаете, что конечно. Это минуту времени, конечно, она стоит жизни. На утренние электрички торопятся все. Некоторые даже слишком, рискуя жизнью, срезают дорогу по железнодорожным путям. Случаи нарушения перехода железнодорожных путей имеют место. Довольно часто люди нарушают, запрыгивают на платформу, экономят время, экономят, видимо, деньги. Но экономия времени и денег зачастую приводит к смертельному случаю. 7 апреля именно здесь, в Немчиновке, погиб мужчина, переходивший пути в неположенном месте. Регулярные межведомственные рейды направлены на предотвращение травматизма и смертельных случаев на железной дороге. Однако они лишь предупреждают, но не гарантируют безопасность. За данное правонарушение административным кодексом установлен санкция в виде предупреждения на первый раз. И при вторичном нарушении предусмотрен административный штраф в размере 100 рублей. При этом на станции есть современный и удобный подземный пешеходный переход. Он позволяет свободно переходить на обе платформы и другую часть Немчиновки. Но торопливые любители экстрима то и дело бегают по рельсам. На территории округа ведется работа по ликвидации народных троп. Ликвидировано практически 90% мест, где люди переходят дорогу. Это были выполнены мероприятия по установке забора, по установке щитов информационных, что в данном месте произошло смертельное происшествие. Будьте предельно внимательны, переходя пути. Помните, железная дорога – зона повышенной опасности. Для остановки поезда, идущего со скоростью 100 км в час, требуется почти 800 метров тормозного пути. Не нужно проводить смертельных экспериментов. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».